Привет! Ну что, мы сходили в кино. Мироська подъедает мою пенку от латте. Где мы? Мы зашли в ресторанчик после кино. Он находится прямо тут, в этом торговом комплексе. Поэтому мы заглянули сюда перекусить. Мироська пока ждет свою еду, кушает пенку. Вы тоже даете, наверное, своим детям пенку от латте? Какой фильм смотрели? Мы смотрели, мы тут сейчас уже с Максимом, он присоединился к нам. Мы ходили смотреть смешарики, потому что мы с Максимом заранее съездили, посмотрели этот мультик, он оказался очень добрым и спокойным. И я решила уже Мироську сводить на этот мультик, и в принципе нормально он пошел, то есть Мироська посмотрела, не нервничала, не боялась громких звуков, вникла в сюжет. Мироська, ты смотрела фильм? Что там? Нет. Мирось, тебе понравился мультик? Скажи. Понравился. Ну, если вы слышали, она сказала, понравился. Солнечные деньки в Питере. Да, можно прям с этим поздравить, потому что в Питере нереальная погода. Очень приятно проводить время теперь на улице. И я сегодня занималась теннисом, и первый раз я играла на грунте, до этого я играла на покрытии, которое называется хард. И вот первый раз сегодня на грунте играла, и мне тренер сказал, что летом будет еще лучше, когда раскроют купол, то есть уберут крышу, и будет тепло, и вечером освещение, музыка, вокруг гуляют люди, залив. В общем, он мне так все это рассказал, и мне прям еще больше захотелось играть в теннис и больше тренироваться. Мирось, по-моему, ты уже съела всю пенку, нет, Мирось? Не хитри. У Мироси, кстати, косичка. Я даже не знаю, как показать вам. Мне не показать вам. Ну, у Мироси косичка такая же, вот как мне полюбилась в последнее время. Вот эта вот косичка динозаврик. И мы с ней вдвоем иногда ходим с такими косичками, прям одинаковые. Нет, на самом деле Мироси до конца весь мучек не сидела. Максим, кстати, да, мы немножко шли пораньше, потому что она начала немножко ерзать. Она вспомнила, что тут на первом этаже в торговом комплексе есть бассейн. И она сегодня с уткой. Где твоя утка, Мирось? Она сегодня с уткой, и она хотела еще до фильма запустить утку в этот бассейн. Я сказала, Мирось, давай после мультика запустим утку в бассейн. И уже час прошел мультика, и Мирось что-то вспомнила про эту утку и захотела ее, в общем, спускать в бассейн этот. И мы поэтому спустились. Ну, она больше часа смотрела мультик. Там осталось буквально минут 20 до конца. Ну, ничего страшного, что мы не досмотрели, потому что там действительно уже в конце слишком... такая движуха начинается, не совсем понятно будет. Как Златочка? Все хорошо. Ой, ко мне порция большая. Спасибо большое. Мне принесли покушать медальоны и пюре. Но пюре я не буду, но буду кушать медальоны. Но, видимо, тут гарнир шел к порции. Так. Викуль, когда будет встреча? Встреча запланирована на апрель. Она обязательно будет, так что ждите. Что Мироси расскажет? Мироси, расскажешь? Кто в мультике был зелененький, маленький? Кто в мультике был маленький? Гусеница. Гусеница. А это кто? Крокодил. А это крокодил. А как ты высыпаешься? Не, не высыпаюсь, я встаю ночью по несколько раз, но я уже привыкла. И сейчас удивительно, что Златочка, наоборот, стала спать лучше, чем Мироси. Вообще никак сон не наладится. То одна просыпается несколько раз ночью, то вторая. Вот... можно есть медальоны и не толстеть. Конечно, если вы будете есть медальоны, просто мясо без гарнира, конечно, это белок, и вы не потолстеете. Но кто ест медальоны без гарнира? Все, конечно, хотят гарнир, все хотят соус, отсюда и лишний вес. Так что так. А почему пюре не будешь? Потому что это получается, что я буду смешивать углеводы с белком, а это не нужно для человека, который следит за питанием. Что, Мироси? Мироси уже начинает... баловаться, да, потому что она подустала, видимо. Сейчас я еще на пару вопросов ваших отвечу, и все. Максим где? Ну вот, Максим.